На церемонию получения своих первых документов новоиспеченные жители Одинцовского района прибыли на руках счастливых родителей и довольного деда. Стоит отметить, что в семье Романовых это не первенцы. У молодых родителей уже есть взрослая дочь Татьяна. При самом беглом взгляде на эту пару становится понятно, что любовь, соединившая их сердца, самая настоящая. А ведь какими вырастут дети, какими войдут в самостоятельную взрослую жизнь, во многом зависит от взаимного понимания и уважения между родителями. Только любовь родителей, доброта, заботы, личный пример в отношениях помогут им вырасти порядочными, честными людьми, уважающими семейные традиции. Рождение тройни – событие достаточно редкое, а для сельского поселения Никольское и вовсе случай уникальный. По такому поводу поздравить счастливых родителей и вручить им свидетельство о рождении посчитал за честь сам глава поселения. Я хочу вам пожелать терпения, здоровья, чтобы ваши дети приносили вам только счастье и радость, чтобы они росли достойными гражданами нашей страны. Семья Романовых получила подарки для малышей от администрации поселения и памятные медали от работников ЗАГС. Свою первую встречу Светлана и Александр характеризуют не иначе, как любовь с первого взгляда. Подтверждением для такой высокой оценки является длительность отношений. Эта пара неразлучна уже 11 лет. Ребята с нетерпением ждали потомства и теперь с трудом справляются с нахлынувшими эмоциями. Сначала мы узнали, что их было двое, потом на следующем УЗИ узнали, что их уже трое, то есть... Для нас это был, конечно, шок, но это такой радостный шок, и вот такие вот чудо появились на свет. При выборе имен молодые не сразу пришли к согласию, но в итоге компромисс был найден. Девочку назвали Милана, а мальчиков Никита и Роман. Как будто свыше нам так имена свалились на голову. Ну, как бы мы их планировали, но не совсем были готовы к этим именам. Ну, как бы думали, месяц еще подумаем, а там уже думаем, нет, надо назвать уже. Молодая мама поделилась секретом, как удается различить малышей. Для мамы, по-моему, всегда, ну, они разные будут. В плане, я не перепутаю их никогда. Может быть, кто-то посторонний, там, соседи, кто-то перепутает. А мама, я вот, допустим, их сразу и по голосу, и как бы внешне, мне не нужно было говорить, кто там первый, кто второй, кто третий, по старшинству. Светлана и Александр Романовы пожелали всем молодым парам улучшать сложившуюся демографическую ситуацию в стране. Желаю всем молодым родителям, парам не бояться, стремиться и, не знаю, мне кажется, это так хорошо, так классно. Дмитрий Яковлев, Алексей Малашенков, телекомпания «Одинцово».